минус один, плюс один. Чтение, первый класс. Экстремальный слух. Пришлось научиться во время контрольных. Слышу даже едва заметный шепот. Второй класс. Шрам на коленке. Опаздывал на урок. Рухнул в коридоре. Третий класс. Слишком ровная спина. Заставляли так сидеть. Седьмой класс. Слушай, мне кажется, Ирина, все проблемы со здоровьем из школы пошли. Ну, ты знаешь, да, и хочется узнать, как их предупредить заранее. Это мы и спросим у гостя программы сегодня. Ну, действительно, да. Да, так. Дим, а вот минус один плюс один, правда? Ты не соврал? Я тебе когда-нибудь вообще врал, конечно, правда. Правда? Правда.